выезжаем из Краснодара и движемся на конный двор Мулен Руж. Сегодня там будет праздник Масленицы. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Ехать нам всего 28 километров, примерно так. Вот мы переезжаем через реку Кубай, попадаем в Адыгею и движемся в сторону станицы Новодмитриевская. Мы едем по Новороссийской трассе. До Новороссийска всего 127 километров, но нам осталось совсем немножко, и мы будем поворачивать. Погода сегодня не радует, но на горизонте видны Кавказские горы. Вот уже вдалеке видно Красную башню Мулен-Руж. Мы уже почти приехали. Сегодня здесь будет праздничная программа. Уже идут приготовления, будет что-то вкусненькое. Сегодня здесь все по-праздничному, нарядно. Будет выступление ансамбля «Добро», казачьи песни, старые песни. Ну а пока немножко осмотримся. Здесь все так по-казачьему что-то. Какие-то мостики симпатичные. Кормушка для лошадей. Сделана в таком старинном стиле, что ли, с орнаментами, узорами, каким-то с резьбой. Домик с верандами вот на втором этаже. Разрисованные ставни тут, лошадки нарисованы, качели для детей. Все это на берегу озера. Здесь уже вот снова столы. И всех угощают блинами, чаем, медом. Все вот компоты стоят. Чайник, самовар, бублики, баранки. Очень гостеприимно все. А вот и сама Масленица. Детям всегда здесь очень нравится, потому что природа, простор, лошадки, свежий воздух. Организуют пикник всегда. Можно там на мангале поджарить шашлык, спуститься к озеру, половить рыбу. То есть покачаться на качелях. Вот само это озеро, но сейчас погода такая, что не очень все смотрится эффектно, но тем не менее уже чувствуется приближение весны, так что провожаем сегодня зиму. Детям организовали конкурсы, они занимаются там со своим ведущим, им интересно. Взрослые тут вот пьют чай, едят блины пока что. Тут такие симпатичные местные. Готовится соляночка, запах. И тут вообще без комментариев. Это что-то необыкновенное стоит, нас ждет. И вот она, боже мой, как она пахнет. Жалко, что запах не передается через камеру. Ай, на полу!
тобой, милый, мы с тобой, я же говорила, мы с тобой, 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 мы с вот они, лошаденки. Что ты спрятался? Что ты спрятался? Привет, привет. Охранники. Ты охранник, да? Ссылка на конный двор Мулин Руж будет в описании под видео. Я благодарю всех, кто посмотрел это мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И смотрите мой канал Бульдог Марсель, там много интересных видео.